Здравствуйте, решил сделать такое маленькое видео по поводу грыжи на колесе. То есть, видите, у меня сейчас грыжа на колесе появилась. То есть, конечно, сама по себе она не появляется, она появляется вследствие того, что вы где-то попадаете в какую-то яму, да, а бордюр можно ударить, в яму какую-то серьезную словить. Получается вот такой вот бугорок, сейчас колесо выверну, будет лучше видно, как бы, да, что оно вывернуло. Бывает, она, конечно, ровненько вот так вылазит, то есть почему оно, как бы, получается такая грыжа? Корд перебивает, и он начинает выдувать в эту сторону резину. То есть если оно выдувает, бывает, вот так ровненько сюда, радиус не нарушается, то еще как-то можно ехать. Ну, более-менее, как бы, кататься там до конца зимы, скажем. Но опять же таки вы рискуете, что оно где-то может дальше стрельнуть, да, оно может дальше расползаться. Но у меня в данном случае нарушился немножко даже радиус. Я когда еду потихонечку, я чувствую, как оно тун-тун-тун-тун. Не то, что баланс, а именно прямо бугорок появился. То есть некомфортно ехать. То есть что с этим вообще можно делать? Можно, конечно, заехать на шиномонтаж. Наши монтажи, конечно, вам сильно не помогут. Они как бы латку ставят с той стороны, как бы, да, утягивают эту грыжу. Но опять же таки ровно все равно не будет. Это стоит по цене половина этого колеса. То есть это колесо стоит 600 гривен, ну 600-650. Цена вопроса ремонта 300 гривен. Смысл как бы его латать. И еще плюс надо колесо оставить, он говорит, ну вот на шиномонтаже на сутки, чтобы оно там хорошо все схватилось, чтобы оно хорошо засохло. То есть сутки машина, ну если запаски нет, то сутки будете стоять вообще. То есть ну нет смысла оставлять. То есть есть смысл покупать новое колесо. Смотрите, вот сейчас колесо я вывернул, видно, да, какая гулина образовалась. Причем, смотрите, видите, резину я покупал, вот эту резину, буквально в этом году перед зимой я ее купил, в начале зимы поставил резину, видно даже по, если посмотреть внутрь колеса, там есть такая еще желтая полоса, говорит о том, что резина, как бы, она еще не успела даже стереться. Смотрите, видите, как колесо, оно видно, что как бы оно бьет, это грыжа, то есть на нем ехать, конечно, не очень удобно. Видно, как бы, да, если на маленькой скорости, как оно вообще переворачивается, эта грыжа, то есть ее видно визуально. На скорости оно начинает, понятно, сильно бить. Ну и на маленькой скорости оно чувствуется. Если колесо у вас новое, ну, например, вот она прошла у меня буквально там, да, пару месяцев, протектор не сильно стерся, можно купить новое колесо и поменять. Если у вас уже такое случилось на старой резине, представьте, здесь уже почти лысая, вы покупаете новое колесо, то есть с одной стороны у вас будет почти лысая, и здесь будет новое. Понятно, машина уже станет просто чуть на перекос. С одной стороны будет лучше хватать, с другой хуже. То есть где-то даже при каком-то трогании с места одно колесо лучше цепляется, другое нет. То есть вы уже можете и занести и тому подобное. Поэтому если уже у меня износ, например, резины небольшой, можно купить второе колесо, одно, и поменять его. Если как бы у вас износ большой, то придется покупать два. То есть ехать на шиномонтаж и что-то делать по этому колесу я не рекомендую. Лучше купить новое колесо. Тем более оно выгнуло. То есть если посмотреть вот так, оно радиус нарушилось. То есть получился здесь бугор. Оно бьет. Причем смотрите, сейчас купить одно колесо, поехать где-то, уже под конец зимы во всех магазинах уже лежит на витринах летняя резина. То есть это нужно вызвать, чтобы со склада везли. Сейчас вот купить колесо, одно еще чем проблематично, никто не хочет, ни один продавец не хочет продавать резину, как бы, да, одно колесо. Они хотят продать хотя бы два, пару продать. Им невыгодно продать одно, потому у них на складе валяется одно, как бы, да, его тоже никуда не продашь. Сейчас, конечно, начнут прозванивать и все будут говорить, берите пару, там, мы по одному не продаем и так и тому подобное. Потому что у меня когда-то был уже случай, я пытался одно колесо купить, никто сильно продавать-то и не хочет одно. Сейчас попробую позвонить, заказать колесо. Здесь на сайте, на мобильном мы нашли. Тут номер свой вводишь, они перезванивают сами. Производится вызов. Подождите, пока ваш телефон. Алло. Алло, алло. Да-да-да, здравствуйте. Скажите, я хотел... Колесо есть у вас в наличии или нету? Резина интересует. Кардиант Polar SL. 14 радиус. 185/60. Код товара можете назвать? Код товара. Сейчас посмотрю. Сейчас. Код товара. 57 975. Сколько штук у вас? Мне надо одна штука. У меня грыжа на колесе. Надо поменять одно колесо. Понял. Оставайтесь на линии. Проверяю. Спасибо. Алло, слышите меня? Да-да-да. Только два колеса, одно не продаете, да? Нет. Я понял. Ладно, спасибо, поищу еще. Пожалуйста, если что, обращайтесь. Да, спасибо.
В общем, как я и говорил, видите, одно колесо не хотят продавать. То есть они говорят, у нас осталось всего два, мы можем продать только два. Одно мы продавать не будем. И сейчас вот так половину прозвонить, все будут говорить почти одно и то же. Но можно найти, конечно, какой-то хороший склад, где скажут, да, мы можем продать без проблем одно колесо. Но в основном все хотят продать пару. Вот в этом как бы есть проблема. Мало того, что нужно найти именно такое колесо, как у вас, то есть вашу модель, да, ваш радиус, все как бы, чтобы совпадало, и еще и проблематично купить одно колесо. В итоге мне пришлось прозвонить около 10-15 сайтов, и только на одном сайте мне продали одну шину, ту, которая, естественно, мне была нужна в моем размере. И то продали на 10% дороже заявленной стоимости на сайте, ссылаясь на то, что им приходится распаровывать, естественно, шины, то есть у них одна будет лежать на складе, ее никто не купит и целую зиму пролежит. То есть вот такая вот проблема — найти одну шину под конец зимы. В общем, думаю, информация будет для вас полезна. Если видео понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал. Также можете добавиться в группу ВКонтакте, я внизу в описании сделаю ссылочку, можете переходить добавиться. Также у нас появился Инстаграм, тоже будем закидывать туда фотографии, какие-то маленькие тизеры, тоже можете переходить смотреть. Всем спасибо за внимание, до новых встреч!